Главное культурное событие прошлой осени – фестиваль современного искусства «Первая фабрика авангарда». На несколько дней Иваново превратилось в одну большую выставочную площадку. Живопись, графика, музыка, фото, хореография. И это далеко не все, чем удивили организаторы горожан. В 2019-м успех планируют повторить. Второй фестиваль современного искусства «Первая фабрика авангарда» пройдет в нашем городе с 11 по 15 сентября этого года. В этом году мы, значит, сохраняем эти же площадки, которые были в прошлом году, поскольку они себя очень хорошо зарекомендовали. Единственное, что мы расширяемся, и мы с бизнес-центром «Дербенев» будем работать в этом году. Они замечательное пространство, выставочное. Сейчас идут там ремонтные работы. И надеюсь, что у нас там будет один из знаковых проектов художественных в рамках нашего фестиваля. Арт-директор фестиваля Мария Миловзорова обозначила тему этого года – «Сады утопий». Если в 2018-м оргкомитет постарался максимально раскрыть авангардную культуру Иваново, то на этот раз художники смогут выразить свое отношение к идее утопии, которой пронизана вся история человечества. Я каждый день почти получаю отклики, да, на тему, и особенно сейчас, когда жизнь такая тревожная, сады утопий воспринимаются как еще одна попытка дать человеку надежду на то, что все-таки утопия возможна. И поэтому вот этот пафос, но одновременно это сложная тема, потому что утопии, ну, как бы оборачиваются и своей противоположностью чаще всего, и поэтому вот этот, с одной стороны, пафос изменения мира, устройства, попытки создать новую утопию, новый сад, и как бы показать людям, что возможно прекрасное, а с другой стороны, вот это вот, ну, как бы опасность этого не сделать, они, мне кажется, должны привлекать художников. Серьезно преобразится интеллектуальная составляющая фестиваля. Куратор направления Михаил Тимофеев обещает провести в рамках первой фабрики авангарда фестиваль интеллектуальной литературы имени Натали Сарот под названием «Откройте». Натали Сарот – это французская писательница, которая родилась в Иваново-Вознесенске в начале 20 века, и она является основательницей нового романа, одного из авангардных направлений в литературе 20 века. И в связи с этим мы приглашаем издательства и книжные магазины на ярмарку и приглашаем, опять же, известных авторов как интеллектуальной литературы нон-фикшн, так и художественной литературы, чтобы они выступили перед ивановской публикой. В прошлом году первая фабрика авангарда показала, что в Иванове есть современное искусство. Выйти на новый уровень поможет столичный искусствовед Сергей Соловьев, который согласился стать куратором фестиваля. Организаторы обещают постараться, чтобы гости остались довольны увиденным и услышанным. Результат ждем через полгода, в сентябре. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.